Дорогие друзья, добро пожаловать. Теперь мы играем Minecraft Skyblock Survival. То есть мы сейчас находимся на этом маленьком островке. Вон там дальше вдалеке видно сэнд, и там есть кактус. Он может туда добраться через какое-то время. Там еще чемодан должен был. Может быть, не знаю, вижу только кактус. Вот. Нам, короче, из того, что у нас есть, нам нужно сделать ресурсы и выживать. Нам нужно сделать Stone Cobble Generator BCS. Так. 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 Нет, начали... там будет наш спаун, если мы сдохнем. Сейчас сделаем Cobble Stone Generator. Нам надо 4 блока длиной. Не знаю, где 4 это. Блока длиной, вот здесь прям. Она... Ну так мне не нравится, как тут вот так вот. Он не совсем удобный, поэтому сделаем чуть по-другому. Ну так мне не нравится, как тут вот так вот. Он не совсем удобный, поэтому сделаем чуть по-другому. Короче, сделаем для начала вот так. Чтобы было такое хорошее. Так, да. И сюда. И лава будет сейчас течь в две стороны. Ну да. Понял. Три стороны. Четыре. Яйс. Читав немножко. Дерево горит. Так, нет. Нет, 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 нет. Я потушил? Нет. Она сгорает. Она горит? Нет. Быстрее один сапфик лови. Они сейчас будут в лаву падать. Эу. Ну нет, почему он загорелся? Нет, нет, нет. Надо заново. Марк инженер номер 2. Это мой клон. Первая моя версия умерла. Trust me, I'm an engineer. Trust me, I'm an engineer. Так, короче, нужно как-то по-другому сделать. Короче, так, так. Сяк. Так. Косяк. И... Ништяк. А, да. Все в чести. Все в чести. Все в тесте, как сосиска в тесте. Это нет, вкусно нет. Вкусно очень. Так было. Тут надо было. Вот так. И вот так. Но. Оп. Оп. Блядь, я опять запорол. Так, поехали. Даже теперь думаем вместе, как правильно сделать. I do not trust you. You are not an engineer. Почему я ему сюда бок поставил? Алло. Что? Я могу... А, он тебя поставил. Ты там стоял. А, не. Вот так. Почему он в ту сторону поплыл? Быстро собирай. Fuck you, that's what. Вот. Ладно, делаем как видим. Так. Attempt номер. Сейчас вы увидите на экране. Нет! Ладно, ладно. Мы с этим можем работать. Мы потеряли один блок земли, но не войну. Вот! Все, разобрались. Так это очень ineffective, но ладно. Стоим и смотрим. Теперь мне нужно собрать. Обволочить дерево. Обмолотить. Да, сделай нам диск. Не хватает. Не хватает энергии? Маны. Маны. Так, Леша, ты делаешь что-нибудь, я пока вот сгораю. Ресурсы. Стоун Кобеля. Ой! Марк! Я чуть не утонул! Вот так я сделала.
slightly disorganized. Нет! Нет! Oh shit. Лава, уйди, пожалуйста. Ну, знаешь, сколько мы уже блоков земли потеряли? У нас сейчас экономический кризис будет. Ты облысеешь. Жестокая правда, дети. Нам нужно больше земли. Нет, наше дело не в земле. А отношения? А, ты опять? Вот! До свидания. Все, fuck this, I'm out. Я снимаю эту фразу. Генератор кобблстонов. Мое дело пока что собрать землю и дерево. Так, как сделать кобблстон генератор? Для этого нам понадобится лава, автомобиль и лед. Ну зря ты так делаешь на самом деле. Сюда тоже? Да. И сюда? И сюда. Да. Все, хорошо. И это. Ой, не надо, пожалуйста, я не люблю Стаса Давыда. Оп! Чик! Слаженный механизм. Да на что сейчас ты им слаженный механизм? Сейчас разбей этот, я тебе покажу, будет слаженный механизм. Сейчас будет. Где будет такой слаженный механизм. Сейчас у тебя лава пропадет, смотри. До свидания, я валю отсюда. Давай, делай свой генератор. Кобблстонов я в тысячный раз. Ладно, даже не буду делать, на теле посмотри, как ты делаешь кобблстон и дегенератор. Дегенератор. Готово! Нет, шучу. Нам нужно... длинч. Походу, я слишком длинный. Но, так сказать, чем длиннее, тем лучше. Size matters. Туруц, туруруц, тур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 уru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 
бы. Ничего не произошло. И ломай. Ломай. Опасно. Сейчас. Вау! Лёша? А там номер хер знает какой. Мы посмотрели в интернете, как делать правильно. Генератор. Поехали. С вами Лёша. Здравствуйте. Да не уже знаю. Оп! Вот так! Смотри, смотри! Чувствуешь себя идиотом? Оп! Нет! Да! Все правильно! Оп! Вот так! И вот так дети делают все камни! Ты не представляешь, как это занимательно. Вы просто стоишь, лава с водой сливается, получается камень, и ты ломаешь камень. Это просто очуметь. Там нужно быть туда к песку. Я не знаю, где опять! Ты. Ломай! Фу, блин, чуть не запоролся. А чё он в лед превращается? Чё он идиошный? Замерзает, ну холодно. Нам не холодно. Мы пацаны. Зимой. Ой, мальчики, а чего голы ходить? Нам не холодно, мы пацаны. Мы взрослые. Верно-то парта версистом. На следующий день. Слушай, на этом острове. На следующий день. А, блядь, я заболел. Я ж пацан. Ой! Все! Рабочая сила закончилась. Дай мне кирку. Так иди сделай. Все в сундуке. Блин, все самому надо делать. Офигеть просто. Просто охуеть. Не офигеть, а охуеть.
Мягко сказано. Просто охуеть, прям. Просто охуеть. Блин, где сэплинги? Долбали. Блин, Марк, я топор сделал. Что? Зачем ты из вуд сделал, объясни, там коблстон есть, ты дегенерат. Ты просто вуд истратил, бля. Я пьяный, я иду домой. Что ты часто гопнул, кинь мне его вниз. Аригато годзаймас. Сайват нега. Так, в сундуке 10 обсидиана, мелон и пампкин сид. Ломай кактус и убегай оттуда. Не-не-не, надо коблстон сейчас эту херню закину, что у нас есть. О, у нас 10 обсидиан, можем пойти в недер, только нам надо очень много еще чего. Построю под этим островом. Коблстон, чтобы он не провалился. Соберу весь песок. Может там будет арон спрятан, не знаю, что-нибудь. Молодец. А честно стал. Кактус надо было взять. Нахрен нам кактус, честно скажи. Я не знаю, что делать сейчас реально. Выживать! Куда нам двигать? Это будет в следующей серии Марк Лёша на одиноком острове. Ну чё, живём? У нас еды даже нету, у нас один мелон. Ну чё, жрём давай? Ладно, я пока этот мелон съем. Не, Лёша. Это композиция о любви. Блин, просто одна куриная ножка остановилась, просто useless. Я тебе получил 2 стрелы в колено. О, стрела и 2 боуна. Сейчас боун мил будет, Лёш. Лёша, не иди задом, ты грохнешься. Да ну и все, мы выжили, мы молодцы, мы достигли своей цели. Всем здравствуйте, всем до свидания, с вами был Лёша, с вами был Марк. Я пошел спать. Ну и зачем? Ночью не... Не важно. Спасибо всем за просмотр. Это было довольно интересный экспириенс. Так Лёша устал, и он вообще девочка. Еще он Iron Man. Скажи что-нибудь, Iron Man. Easy. Спасибо всем за просмотр. Удачного дня, недели. С вами был Лёша. Алло, камерамен. С вами был Марк, клоун из Payday the Heist. Всем удачи, до встречи, пока-пока-пока.